Всем привет! Вы на канале Голос Калифорнии, и сегодня в Силиконовой долине я хочу сделать обзор Апна-базар. Это индийский магазинчик продуктовый, но здесь прям же продают эти статуи. Они очень верующие люди, как и в принципе все мы, я так думаю. Эта статуя стоит $300. Вот это вот я знаю, что как бы она похожа на нашу самсу, вроде бы внутри, короче, картошка с немножко таким остреньким вкусом. Вот эти штуки, я без понятия, что это такое, но 8,99, короче, $9 эти стоят. Статуэтки, естественно, слоны, это вот все понятно, да. И конечно же, я так вот заметила, что они очень любят, знаете, желтое золото. Допустим, те же самые тарелки, они здесь, знаете, сколько стоит? 16,99, $17. Ну, металл такой, не сказать, что прям дорогой, ну, нормальный, даже и не тяжеленький. Вот, это я так думаю, что для специй, может быть, для специй, а может быть и нет, $3. Вот, о, это очень Ашок, это их очень популярное имя, кстати. Да, вместе с этими тарелочками, короче, это стоит $7. Да, а это их, конечно же, семена. Я даже не знаю, что это такое. Ну вот, это их культура, да. Вот, и очень интересно, конечно. Я так думаю, что здесь это не сари, но, наверное, их шарфики. Вот, даже не показана цена в долларах. Смотрите, я думаю, что это в рупии. А нет, смотрите, вот $17. Вот, я думаю, что $17, но я без понятия, что это такое. Вот. Да, давайте пойдем внутрь, посмотрим. Вот это пани-пури, по-моему, это так называется, или голгапа. Я вам уже говорила. Самса с картошкой и так далее. Апна-базар, короче говоря. Давайте зайдем внутрь. Интересно. Hello! Что-то она такая стоит с недовольным лицом. Я даже не знаю, что она такая недовольная. Вот, здесь, значит, печеньки, да. Так, они, по-моему, начинаются от $2.50. Я пробовала печеньки, вот эти все, да. Ну, не все, многие. Я пробовала эти бисквиты. Вот это, по-моему, масала, я это пробовала, $4. Ну, на работе всегда наши друзья, сотрудники, да, предлагают, и друзья наши всегда нас угощают. Единственное, знаете, мне из сладостей нравится их dry mango, ну, это как бы сухофрукт, вот это я тоже знаю, но это чистый сахар, вот это вот прям они, как он тут называется, saffron rock candy, конфеты, но это я пробовала, вот это я пробовала, это чистый сахар. Вот это я точно знаю. Вот. Да, by the way, я надеюсь, что мне получится это видео положить в YouTube. Кстати, я снимаю, я даже не знаю, получится ли у меня. Потому что одно видео я как-то сняла в молле, в торговом центре. У меня не получилось на YouTube снять, потому что звучала музыка. По каким-то там, короче, к этим критериям я не подошла. Это какой-то five Elements, я даже не знаю, это их соусы, наверное, минт, у них $9, наверное, добавляют салат, там, в еду и так далее. Вот, что у них здесь, это, наверное, как идет, как бред, нан. Я знаю, что у них внутри бывает, вот знаете, вот как жито-шельпек же у нас есть, то же самое внутри у них бывает, я так поняла, что это замороженное, короче, внутри бывает либо картошка, либо другие там овощи, ну, перец, там еще что-то. Вот я тоже пробовала. Нормально. Я не скажу, что там прям ужасно, плохо. Нормально. Вот. Наверное, это рис у них. Я даже не знаю. А, нет, это мука. Это мука. Короче, одна пачка муки стоит $20. 21. Вот. Это зависит, наверное, от количества, от веса. Потому что, смотрите, это 10 ЛБ стоит $12. А здесь 20 ЛБ, $21, да. Это вот зависит от них. Hi! Окей. Вот, давайте пойдем в эту сторону.
Индийский ресторан, ой, магазин, он и в Индии, да? Что интересно, работают мексиканцы. Hello. Да, очень интересно. Мексиканцы очень трудолюбивый народ, но, естественно, они работают здесь. Фрукты, овощи. Да, очень интересно. Музыка очень громко звучит. О май гад, зачем так? Друзья, допустим, перец за полкилограмма, если в килограммах брать, перец стоит $1.40. Вот. А цены такие же, в принципе, как и везде, в магазинах. Вот, допустим, а нет, смотрите, 8.99 стоит молоко. Come on, guys, молоко стоит вообще $5. Ну, смотрите, ну, точно не 7.99. Это уже говорится, что здесь дороже. Вот. Смотрите, они тут понавешали всего. Интересно, да, чего это? А, да, смотрите, их все специи. Там все замороженные их. Это их еда. А, вот это самоса, то же самое, как наши самса, но внутри только овощи. С сыром, кстати, у них тоже есть. А, горошек. У них тоже есть горошек. Оно стоит $3. Это маленькая пачка. Вот. Ну, нормально. Вот. Ну, еще раз повторюсь, я не особо прям такой любитель, поэтому не разбираюсь. Честно, не разбираюсь. А, что я могу сказать по поводу этого магазина? Здесь все напихали. И я здесь чувствую атмосферу, вот как в китайском ресторане. Ой, в китайском магазине, потому что они здесь в маленькое место пытаются засунуть все, то, что можно, как можно. Чикен масала, чай масала. Короче говоря, 12, представляете, всего лишь пачек, и это стоит $9. Нет, газ, для меня, я думаю, что... Во-первых, я не любитель, и я не купила бы это. Вот. Хотя Ахмад ти, смотрите, вау, это очень дешево. Я в русском магазине брала Ахмад чай, 100 пачек маленьких пакетиков за 11.99, я это точно помню. Вау, а здесь $8. Короче говоря, я, наверное, буду здесь брать этот Ахмад чай, потому что у меня муж очень любит этот чай. Да, индийский чай. Помните эту песню? Чай, индийский чай, да? И у них то же самое называется чай, это чай. Вот, да, Ахмад чай. Классно то, что я сюда пришла. Супер, я буду теперь брать, наверное, здесь чай. Если мне будет не лень, приходите из-за одного чая сюда. Вот, это уже другой вопрос, да? А смотрите, это ти. Индия ти. 216 пачек, пакетиков стоит $13. Это я пробовать не буду, но, скорее всего, это очень хорошо заваривается, потому что же экспорт же идет с Индии, поэтому я думаю, что что-что, но в чаях они разбираются. Ахмад ти, грин ти, вот это я люблю, и оно стоит $6.99, $7. Знаете, газ, я куплю, наверное, сейчас и зеленый чай, и черный чай, потому что у меня зеленого чая дома нет, я люблю зеленый чай, поэтому... 100 пачек за $7, да, я его куплю. Круто. Вот, Тадж-Махал. Конечно же. Вот мы были в Индии, Тадж-Махал. Чай этот стоит $6. Нормально. Вот это, короче говоря, проверенный вариант, из этого я его возьму. Кстати, насчет сладостей. У них очень-очень здесь, они любят сладкое. Но для меня это не совсем уж... А, ну вот, это и есть самоса. Не-не-не, подождите, это не самоса, это что-то другое, похожее на самосу, но это не самоса. Скорее всего, это тофу, это не чикен. Вот она, самоса, это я точно знаю. Вот, панир бред, вот это вот сладкое, это я точно знаю, это я пробовала когда-то. Это все спайси. Ну, прикольно, да. Вот. Интересно, все вот индусы здесь вот. Примерно, короче говоря, так выглядит индийский ресторан. Хай? Чё я говорю, индийский ресторан, блин? Индийский магазин, короче говоря. Да, друзья, пишите комментарии, ставьте лайки и пишите то, что вы хотите
видеть в следующих выпусках. Какие магазины или вообще что-нибудь, что у вас интересно в Силиконовой долине. Вот, остаемся со мной, голос Калифорнии.